1 сентября сотрудники полиции перейдут на усиленный режим работы. В целях обеспечения безопасности детей в районах, школ будут дежурить инспекторы ювенальной и патрульной полиции. В общей сложности в мероприятиях по обеспечению безопасности школьников будут задействованы 594 сотрудника и 139 служебных автомобилей областного департамента полиции. Они будут дежурить на пешеходных дорожках в районах школ утром, в обед и вечером. По данным полиции, в преддверии нового учебного года обновлены дорожные знаки возле школ. Установлены искусственные устройства для снижения скорости движения транспорта. Стоит отметить, количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних в регионе выросло на 34%. Основными причинами дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов являются переход дороги в неустановленных местах, на красный свет, внезапный выход пешеходов на дорогу перед встречным транспортом. Мы просим школьников ходить только по тротуарам, переходить дорогу только в установленных местах.